На турнир прибыли борцы-классики из Казахстана и Башкортостана, Челябинской и Самарской областей, городов и районов Оренбуржья. Евгений Францев – один из отцов-основателей борьбы в нашей области. Он воспитал не один десяток мастеров спорта, победителей и призеров турниров различного уровня. В 90-х годах прошлого века на хуторе Степановском Оренбургского района в маленьком борцовском комплексе ежегодно проводился турнир на призы Францева. Теперь вот уже 14-е соревнование посвящены его памяти. Он 20 лет руководил секцией в Подгороднем Покровском сельхозколледже и воспитал не одно поколение спортсменов. И вот то, что он заложил, до сих пор в Оренбургском районе это развивается, и мы до настоящего времени занимаем передовые позиции именно в классической борьбе. Его ученики продолжают его дело, и мы действительно этим благодарны, потому что детьми надо всегда заниматься, и это всегда придет добром через какое-то время. На сей раз в Олимпийские прибыли 170 борцов, как юных, так и взрослых. Большая часть из регионов нашей области, где классическая борьба особенно популярна – Ташлинского, Новосергиевского, Оренбургского районов. Соревнования проходили на двух коврах. У младших 9 весовых категорий. Регламент – 2 периода по 2 минуты, у старших по 3. Первый турнир – это открытый чемпионат Оренбургской области. И параллельно ей проходит уже 14-й юношеский турнир, посвященный памяти Евгения Николаевича Францева, где вот участвуют юноши 2002-2003 года рождения. Делается для того, чтобы юноши могли приобретать опыт борьбы взрослой, где выступают взрослые спортсмены, показывают свое умение бороться. А юноши это не на словах, а на деле видели и пробовали. В сумме разыгрывалось 17 комплектов наград. Наша школа борьбы подтвердила свой авторитет, отдав гостям лишь 2 золотые медали. Одна уехала в Башкирию, вторая у супертяжей в Самару. По итогам соревнований шел отбор в разного возраста сборной области. Из победителей стоит выделить показавших наиболее интересную и уверенную борьбу арчанина Марата Ситмухамбетова, Рамиля Гаязова из Осикеева. У юношей саракташец Евгений Байдусов как начал бороться на францевских турнирах, так и неизменно становится их победителем. Анатолий Юденич, Игорь Бероев, Новости дня.